Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас прекрасная летняя пора, когда мы можем себе позволить тренироваться на улице и вот в таких прекрасных условиях. Сегодня я вам покажу несколько способов, как можно разогреться и размяться и получить заряд позитивного настроения на весь день. Начнем тренировку с растяжки всего тела. Дыхание приводим в порядок, чуть-чуть походили. С такими маленькими упражнениями, не замысловатыми. Мы, в принципе, готовы. Начнем с прыжков. Мы прыгаем. Попрыгали. Разминаем кисти. Обязательно вот такие вот упражнения, обязательно кисти. Хорошо. Нам всегда надо учитывать именно наше сердцебиение, чтобы пульс не зашкаливал. Эти специальные упражнения рассчитаны для этого. Продолжаем наше упражнение. Переходим на голову. В каждую сторону по два раза. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Одно из важнейших упражнений обязательно. Плечи надо обязательно размять. И левой рукой нужно придерживать сустав, чтобы мы ощущали частоту вращений. Меняем руку. Опять же мы это делаем, двигаясь на носочках. Отлично. Мы готовы. Вперед. Назад. Локтевой сустав. Обязательно не ленимся, локти не забываем. Очень хорошо. Потом встали в стойку, в нашу привычную боксерскую стойку. И начинаем движение. Полностью все туловище должно работать. Руки на подбородке. В другую сторону. Очень хорошо. Дальше одно из моих любимых упражнений, такое, можно сказать, авторское упражнение, которому научил меня мой дядя, одно из лучших упражнений. Так, левую руку выставляем перед собой и правую кладем сверху. И вот, видите, перекат с пятки на носок как идет, как мы растягиваемся. Правая нога на носок, аналогичное движение левая нога. И начинаем маховые амплитудные движения. Полностью все тело работает. Спасибо большое Магомеду Султановичу Кубанову за это прекрасное упражнение, которое поможет нам сохранять форму и здоровую спину. Отлично. Переходим на колени. Спина обязательно ровная. Посадили спину. И начинаем выкручивать во внешнюю сторону. Очень хорошо. Во внутреннюю. Не забываем о прямой спине. Закончили. Разминаем голеностоп. Можно чередовать с кистью. Разминаем голеностоп. Очень хорошо. Меняем ноги. Ну, в такую прекрасную погоду и в такое прекрасное время всем советую гулять со своей семьей. Ну, а тренировку мы можем завершить именно с работой
с отягощением. То есть в этом нам помогут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дорогие друзья, на такой позитивной ноте подошла к концу наша очередная тренировка. Желаю вам всем сохранять свое здоровье и получать максимум удовольствия от таких прекрасных мест, где мы находимся и где мы живем. Всем желаю здоровья, счастья, чтобы никогда не болели.